Пошли. Че лежишь? Жорка, пойдем. Мы там рыбку запустили, еще привезли. Ну что ты со сна? Там тебе что снится, что ты от кого-то убегаешь? Или что? Жорик, пойдем. Пойдем, там Мирка тебя зовет. Марсик. Они уже там. Мы пойдем в сад. Жорка, пойдешь в сад? Ну что, будешь тут лежать? Там в саду интересно, там птички поют. А здесь что? Здесь тоже сад, конечно, но не очень. Пойдем с нами. Пошли. Вот Тонечка. Сюда. Вон уже. Ты друга там тебя ждет. О, пошли. Пойдем все. Пойдем. Лерочек. Лерочек. А Лерочек-то уже там. Все, идем. Идем через гараж. Все, пошли. Пойдем, быстрее. Кто первый? А Марсик-то уже сегодня поймал рыбку. Марсюнчик, ты вообще умничка. Я не ожидал от тебя. Жорка. Пойдем. А то прижал там на диване. Жорик, ну быстрее. Быстрее, сообщество тебя ждет. Все. Идем быстрее. Лирик уже там, вон, видите? Я его оставил. Ну а что, он самостоятельный песик у нас. Вот все четверо, все сообщество в сборе. Лирочек, ну как тут? Хорошо? Я пока тебя не буду гладить, потому что будет несправедливо. Ну вот мы выпустили час назад сюда рыбу. Выпустили 20 килограмм рыбы. Марсик одну поймал зубами, потом вторую, потом третью. Мирка вон прям по зубам щелкала рыба, а она ее даже и не схватила. Лапой била по рыбе. Ну что, у меня были подозрения, знаете, на что? На амурчика. Он плавал и не отошел. Сильный. Вот они. Это наши кои. Ну, как будто бы все хорошо. Дохлой рыбки не видать. Вся живая. Это получается, значит, первый раз я карпика запустил 4 штуки по килограмму. 4 килограмма. Потом 7 килограмм карпика, потом 1 килограмм карасика и 20 килограмм еще карпика. Ну, вон они, видите, плавают, вон косяки. Слово-то какое-то, косяки. Стаи. Кто там? Ну что, я просто, знаете, что пришел? Если вдруг всплыл какой-нибудь этот, как его, амурчик, не прижился, то я бы его, конечно, отдал бы рыбкам. Ну, прижился. А вот у нас, видите, что поможем. Ветра нету. Когда ветер, он сам выгоняет. Листики, все. Ну, поскольку ветерка нету, Мира, ну куда ты? Вылазь. Ай, Мирка. Лерок, а ты что тут подкрался и сидишь тихой сапой? Ну все, вон прочистили, видите? Все, теперь еще что я пойду сделаю? Пойдем, Мира, со мной. Я сделаю, знаете что, земляне? Воздух сейчас включу, компрессор, чтобы сюда больше добавить кислорода. Ну, вода начинает уже темнеть. Я не успеваю камеру поворачивать. Тут столько всего происходит. Это Мирка. Она очень активная. Везде лезет, во все дырки. Жорчик, лучше же здесь? Лучше.
Марсюха, правильно ты говоришь, надо это бросили, унести, пошли, отнесем. Или вот сюда вот так поставим. О. Вот здесь будет. Это знаете для чего? Бывает, они туда на глубину прыгают, собаки, я их достаю. Ну, они могут выплыть. Ну, ждешь, он стоит на месте, ножками не дрыгает, вода холодная, думаю, сейчас замерзнет и уйдет на дно. Жалко. И беру с очком, вытаскиваю. Вот, ну видите, он сейчас будет разворачиваться медленно. Марсюнчик, пошли. Вот ему надо понюхать кувшинки, видите. Что? А может, он хотел цветочек для Виктории сорвать? Вон они, еще не распустившиеся, видите? А мы как почистили озеро, и цветочки немножечко подвяли. Сейчас я включу компрессор. Лирик ходит, знаете, что он для чего? Когда рыба всплывает, ну бывает, всплывает. Он вплав, добирается до нее. Берет, он у нас санитар такой, и съедает эту рыбу. А я иду вот сюда, к Бабе-Яге. Тут у нас компрессор. И включу. Вот. Вот он, компрессор. И пусть воздух идет пока рыбкам. Он у нас через таймер. Ну, сейчас пущу, пусть полдня походит. Походит, покачает. Сейчас я покажу, где у нас. Вот у нас что создает кислород. Видите? Знаете, сколько пены? Мирка, давай. Воду, когда движешь, она образует кислород. Вон, видите? Вот это наш воздух. Вот он пошел. Поэтому, когда вода вот стекает с горных склонов или что-то там, она является живой. Та вода, которая стоит, она застаивается и получается болото. Поэтому в воде нужно движение. Либо движение, либо вот, ну, принудительно, вот еще раз покажу, видите, вот наш воздух. Ну что, Жоржик, лежал бы там сейчас на диванчике. Все, пошли, компрессор включили. Мира, выходи. Мира, пошли. Дырочка для нее. И она уже тут. И газа. Ну, как говорится, шило в попе, да и все. Ну, что сказать. Девчонка. Да девчонки разные бывают. Есть такие, которые пассивные, а есть активные. Она у нас не относится к пассивным. Активистка. Ну что, все? Включили компрессор. Пошли, Мира, домой. Бегом. У меня, по-моему, или память заканчивается, или придется сейчас вот этим сачком ее оттуда вытаскивать. Смотрите. Видите, что делает? Она уже и глубины не боится. А здесь глубоко. И крутой берег. Вот какая уверенная. А это у нас кормушка для рыбы. А там плита бетонная, я с нее буду ловить. Ну, знаете, для чего? Чтобы рыба видела наживку. Ну что, пошли, синхронное плавание. Пошли домой, все. Пошли. Уходим. Берочек, все уходим. И ты тоже, пошли. Марсик у нас всегда замыкающий. Проверяет все. Все. Пошли, пошли. Все, проверил, да? Проверил. Хватит. Пойдем. А здесь вон птичий помет. Значит, там либо гнездо у них, либо вон, видите, скворечничек. Ну что, Лирик, Марсик, Жорик. А я что-то Лирика прозевал. Вот он. Быстрей.
Лирик всегда последний. Ну, земляне, по всем традициям. Всегда. Тут уже все так сложилось, что первая заходит Мирка. Лирик тоже заходит первым, но сзади только. А Марсенчик он как-то посередине. Ну что, все. Пошел я домой обедать. Все, удачно, вся рыбка отошла. Погибших нет. Герочек замыкает. Ну, а ты что? Будешь купаться? Ну, трогай. Вот все тебе надо. Вот ты какая. Это мои документы. Ключи. Все. Всем пока. Я пошел домой обедать. А вы оставайтесь. Вам еще до ужина далеко. А я снял маленький репортажик. Вы со мной прогулялись. Я с вами прогулялся. Теперь мне главное не забыть через час выключить компрессор. А чтобы не забыть, надо пойти и записать на бумажке. А чтобы пойти записать на бумажке, надо пойти и записать. Вот у меня бумажки. Я сокращенно. Компрессор. А. О. Теперь правильно.